Уникальное предложение дня только сегодня на телеканале Шопен Шоу. Ты знаешь, Олег, это уникальное предложение, потому что мы получаем электрический измельчитель от бренда Ирит, который нам представит шеф-повар нашего телеканала Олег Сотников. Слушай, ну мы знаем, когда хозяйки или дома, когда измельчали какое-нибудь мясо, готовили фарш, готовили всевозможные соусы. Друзья мои, мы предлагаем вашему вниманию уникальный по мощности 200 ватт измельчитель, который приготовит абсолютно любые решения. Он многофункциональный, потому что устройство оснащено прямым редуктором, то есть от двигателя мощностью 200 ватт идет специальный штекер, который переходит в специальные ножи S-образной формы. Мне нравится то, что легко измельчать любые продукты, даже если вы хотите измельчить лед. Мне нравится то, что здесь удобно, практично и долговечно. Ведь бренд Ирит, о котором я расскажу чуть позже, обязательно справится с этим. Ты знаешь, Олег, а мне невероятно нравится цена. Только сегодня специальное приложение дня, и цена на этот помощник на вашей кухне составляет 1099 рублей. Кстати, цена была снижена на 200 рублей. Ты знаешь, Олег, вот 2 недели назад состоялась премьера этого измельчителя. И за 15 минут, ты представляешь, только за 15 были проданы все остатки поставщика. Это более 500 единиц. К нам присоединилось более 100 новых клиентов, которые были невероятно довольны. И только сегодня измельчитель по специальной цене со скидкой 52% 1099 рублей. Вы видели, как Олег быстро, вот буквально за несколько минут, уже несколько блюд нам приготовил. Вот это очень важно, чтобы на кухне все было быстро и легко, правда? Да, начнем с того, что бренд Ирит известен с 1996 года, и здесь две степени контроля качества. Значит, есть смысл доверять. Это профессиональный качественный бренд. Прежде всего, при мощности, друзья мои, 200 ватт, этот прекрасный измельчитель справляется быстро с измельчением. Объясню почему. Потому что здесь специальный двигатель, который вы видите, идет прямая подача к лезвиям. А это значит, друзья мои, вы гораздо быстрее измельчите. Вот здесь находится двигатель, и вот здесь находится вся мощь. Внимание на экран, давайте разбираться. Прежде всего, мне нравится, смотрите, при мощности 200 ватт, посмотрите, как он работает. Мне нравится то, что здесь объем чаши 1,5 литра, вмещается достаточно много. Например, можно сделать соуса, аджики или измельчить фарша. Мне нравится то, что здесь работает принцип вихревого потока. И мне нравится то, что здесь S-образной формы ножи импульсного режима, которые реально очень быстро с этим справляются. Кстати, вот опять же, касаясь того, что все-таки мы можем измельчить в этом измельчителе. Какие-то ограничения, может быть, нет, есть? Нет. Смотри, мы приготовили, вот сейчас посмотрим, мы приготовили мясо, мы приготовили соус, мы измельчили, например, хорошие ягоды. Мы приготовили основу для пасты или измельчили, допустим, паштет печеночный. Это очень актуально будет Новому году. Друзья мои, я хочу просто показать вам клубнику. Ну, давайте сейчас узнаем, как можно измельчить и как можно приготовить. Замороженная клубника. Я закладываю, друзья мои, немножечко кефира. Хочу вам показать. После этого, друзья мои, я закрываю крышку и помещаю вот это вот прекрасное решение. Смотрите, главное, зафиксировали. То есть нет никаких таких вот установок принципиальных. Просто поставили и нажали сверху кнопку. Смотри, как работает наше решение. Да, буквально 5 секунд мне достаточно для того, чтобы измельчить клубнику. Причем клубника, чтобы вы понимали, замороженная. Да, это на самом смузи деле можно сделать, или крем для вашего соуса, и для, допустим, там, ну, какой-то десерт. А давайте посмотрим действительно на то, как легко и просто профессиональный многофункциональный измельчитель легко справляется со своей задачей. Вот Олег проводил эксперименты. Вот что было и вот что стало. Перец, да, это был? Да, мы перец взяли, поместили, измельчили. Тыквенный соус или тыква, все знают, что она жесткая. Здесь также наши прекрасные ножи с этим справились. Потому что ножи реально имеют S-образную форму и вихревой поток, который очень быстро это делает, и в 2 раза быстрее мы сделаем. Ну, согласитесь, нам не очень удобно брать ножи и нарезать вот так вот. Блендер, опять же, очень много, собирать не очень удобно. Здесь взяли, поместили и приготовили.
Но у нас такое большое количество вариантов приготовления. Не только что мы с тобой сделали, Олег, но ты рассказывай секреты. Ведь мы можем приготовить даже все соусы. Да, мы можем приготовить здесь соусы. Мы можем приготовить здесь аджику. Мы можем измельчить фарш. То есть, по сути, нам не нужно, блендер или ножи. Ага. Мы можем сделать паштет печеночный. Мы можем измельчить, допустим, горох, пасту, да, хумус. Мы можем делать какие-то напитки. Сам по себе это очень реально функциональное устройство. И еще раз напомню, что здесь специальные ножи, принципиально отличающие от других. У них принципиально новый принцип работы, в отличие от блендера. То есть новая технология. Вот такой верный помощник на вашей кухне. Вы только представьте, вам теперь не нужно доставать мясорубку или доставать ножи и доски. Ваш верный друг, измельчитель от бренда Iris, всего за 1099 рублей справится с этой задачей быстро и легко. Вы улучшаете качество питания, вы питаетесь более правильным, а самое главное, ведь, например, маленькие дети или, наоборот, уже взрослое поколение все-таки особое внимание уделяет качеству пищи. Олег, напомни, как все-таки работает это устройство и насколько у нас качественные ножи? Ну, напомню, что при мощности 200 ватт идет здесь прямой редуктор прямо к ножам, а значит, нет никаких потерь качества на оборотах. Здесь идет функция вихревого потока, вы видите, это принципиально отличается от блендера. Мне нравится то, что многофункциональное устройство, которое реально позволит вам измельчить и мясо, приготовить суп-пюре, измельчить, например, ягоды, измельчить лед и не только. Удобная крышка, удобная вот такая вот чаша объемом 1,5 литра, которая реально справляется с этим измельчением. Вы посмотрите, кусочки твердой тыквы справляются быстро наш прекрасный измельчитель от бренда Irit. Напомню, что Irit известен нас с 1996 года, и это прекрасный двойной контроль качества. Олег, ты знаешь, я сбилась просто со счета, сколько ты приготовил блюд и как мало на это у тебя ушло времени. Также и вы теперь экономите свое время, также и вы создаете разнообразные блюда. Ваше питание становится интересным, сбалансированным и правильным, потому что вот такая особая текстура, она подходит абсолютно всем, как деткам, так и маленьким, да, и так и взрослым точнее. Вы сегодня выбираете для себя и сэкономленное время, и качественное питание, и самое приятное – цена. 1099 рублей. Кстати, цена снижена. 200 рублей это предложение невероятно популярно, потому что всего лишь, вот ты знаешь, 2 недели назад за 15 минут раскупили более 500 единиц, чтобы ваша жизнь была еще более привлекательной.